Дорогой Димаш, к моему удивлению, я совсем недавно узнал о твоем замечательном голосе. И мне очень захотелось нарисовать клип для тебя. Всем привет, вы на канале Big News. Блогер из Нижегородской области сделал необычный подарок для Димаша. Сам же с творчеством певца он познакомился недавно. Я послушал его творчество, мне удивило то, что у него очень огромный диапазон. Мне захотелось что-то такое интересное, креативное к этому всему добавить. И под большим впечатлением от таланта голоса Димаша сделал ему креативный подарок. Честно, я и сам был под большим впечатлением от увиденного, ведь прекрасно понимаю, что значит рисовать. А уж из рисунков сделать клип, ну это просто низкий поклон. Предлагаю вам ознакомиться с этим шедевром и оставить свое мнение в комментариях. Ну и конечно же подписаться на художника. Да и через пару недель он обещал новый нарисованный клип, все ссылки будут в описании к ролику. Ну и поделитесь этим роликом, пусть больше людей знают о таких талантливых диарс. Приятного просмотра. Дорогой Димаш, к моему удивлению, я совсем недавно узнал о твоем замечательном голосе. И мне очень захотелось нарисовать клип для тебя. Поэтому представляю твоему вниманию нарисованный клип. Если когда-либо ты увидишь, поставь лайк и напиши хороший комментарий. Правда, музыка будет сопровождать моя этот клип, так как по защите прав авторских я не имею права выставить замечательный голос твой. Нарисовал и озвучил Лёлик Флибук Мастер. Приветствую вас, дорогие гости моего канала из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Израиля, Соединенных Штатов Америки, России, Украины, Германии, Израиля и другие. В связи с тем, что мой первый ролик для Димаша набрал достаточно много хороших комментариев и лайков, я принял решение еще выпустить клип для Димаша, который представляю вашему вниманию. Оставляйте свои пожелания, лайки и, конечно же, репост в социальных сетях, дабы это видео хорошо расходилось и было еще желание делать другие такие видео. С Новым годом вас всех!